Испугаем его. Белый конь, красивый. Ой-ой-ой. Ой, бедолага. Остановись, не пугай его. Ну, выходи, не бойся. Выходи, дурачок. И кобыла. Замерзнешь же. Гуляет, да? Такие у них здесь лошади. Красивые. Лошадка, да. Поморская лошадь. А низкорослая, да, такая? Конь. Поехали. Ну ты конь огонь. Опа. Ай, красавчик. Туда забирай. Ой, так по диагонали. Лошадка, до свидания. О, ребята, шерпа и конь. Поморский. Михаил Юрьевич, можно выйти и вытряхнуть. Ты видел, конь какой был? Вообще классно, лошадка. Это кобыла была. Конь. Да. Я себя ощущал ежиком в тумане, который увидел лошадку. И считал, что подъем бесконечен. Я здесь многое видел.
якоря никому не надо. Самовывоз. Расчехлили. Вот у нас еще одна переправа. Слева, справа. Вот вчера туда нас унесло. Надо вот. Так. А не знаешь, как они вот так вот? Ну, да. Или напрямую пойдем. Мишка вот здесь вот проскакал вчера. Тык-тык-тык-тык, он здесь вот проскакал. Да, вот сюда вот, чуть-чуть мордой туда держись. В течение, да. Начинается носить тут морды вперед, что держал. Блин.
называется река? Река Чаванга. Чаванга, речка Чаванга. О. Сейчас посмотрим, как Мишка будет ее преодолевать. Разверни свою жопу и сюда подкатись. Все, я больше не приеду. Тебя кушать будем. Там железо где-то падает. Вот она, нормально, метр. Прям крутись на месте. Все. И туда. Вандал. Нормально. Сейчас рейс этот самый. Рейс ждем до Москвы. Да? Я сейчас вам билеты по блату возьму. Знать не говорю, когда будем. Сейчас и будем. Сейчас? Где? А где, где придется? А магазина здесь нету. А как? Где крест? Тут есть магазин. Вчера, вот, слушай, а мы вчера переправили. Где большая речка? Варзуга. Далеко еще? Мы прошли. Ну что ж, народ, мы встали покушать возле здания старого аэропорта. Посмотрим, что внутри. Грибной суп или борщ на выбор. А на второе у нас плов. Ну и картофельное пюре с котлетой есть еще. Я думаю, все будут плов. Герасим Васильевич, у вас погиб ресторатор. Да не говори. Точнее, он погиб, и сейчас более, он из тебя рвется наружу. Тем более там, где мы находимся, это единственный ресторан, который вам может предложить такое разнообразие блюд. Домашний. Я бы даже есть, однако. Я бы даже сказал, уникальный выбор блюд. Да. Ну вот и окончен наш привал. Мы чистим. Обед закончен. Да, обед закончен. Штормит море, красиво, не знаю, видно вам, не видно это, нам видно. Это впечатляет, сила, которая бьет в камни, конечно, колоссальная. Море штормит уже неделю, но мы вот вчера попали под спокойное, было красиво. Скала, сегодня... которую не объехать, море. Да, вот это как раз скала, которую морем не объехать, она далеко уходит за урез отлива. Ну вот, ребят, обратно мы прошли 120 километров и решили
Но, ну, берега моря уже не идти, потому что мы там все видели. И дорогой не возвращаться на вездеходе. Вот. Потому как у нас на одном вездеходе новом осталось 25 часов до первой замены масла обкаточного. Вот, а мы еще хотим поездить и решили на машинах забрать вездеходы 90 километров. Сейчас я еду за своей машиной, ну, за своим вездеходом. Мишка в моем вездеходе дрыхнет. Повезло ему опять. Вот. Сейчас заберем вездеходы. И завтра пойдем вглубь Кольского полуострова. По болотам, по сопкам. Будем искать следы медведя. Скажу вам приятное. Расскажи. Расскажи, сколько ты километров? 330 километров ты, Мишка, проехал. На шерпе. Кто там говорил, что Мишка на шерпе не ездит? Ему не дают. Его заставляли. Он рыдал, ехал. Нет, нет, не надо. Эй, за рулем. Вот так вот. Ну все, давай собирайся быстренько, потому что грузиться надо, чего я ждешь. Ну, ребят, потрясающая дорога Кольского полуострова, Терского берега. Вот мы везем машинки обратно уже на базу. А завтра будем ловить Мишку. Или Мишка будет ловить нас. Мы будем ловить мишкой рыбку где-нибудь завтра. Нет, мы будем ловить мишку на мишку. Нет, мы будем ловить мишку на мишку рыбку.